TBS World Radio, Всемирное радио TBS, начинает передачу на русском языке из Сеула, столицы Республики Корея. Наши часовые передачи вы можете принимать ежедневно с 13 до 14 часов по Гринвичу на частоте 9645 кГц и с 18 до 19 часов по Гринвичу на частоте 6040 кГц. Наш адрес в интернете world.kbs.co.kr/russian. TBS World Radio, Всемирное радио, TBS из Сеула. С выпуском новостей вас знакомит Валерий Цуриков. Основные темы этого выпуска: президент Мунчин выступил с бюджетной речью перед депутатами Национального собрания. Южнокорейское соглашение в военной области вступило в силу. Южнокорейского экспорта в октябре составил 22,7%. А сейчас эти и другие новости более подробно. Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин призвал Национальное собрание не затягивать с утверждением бюджета на 2019 финансовый год, а сотрудничать с правительством установления прочного мира на Корейском полуострове. Выступая в четверг перед депутатами, глава государства отметил, что правительство запланировало на следующий год расходную часть бюджета в размере 470,5 триллионов вон, имея 422 миллиардов долларов. Это на 9,7% больше по сравнению с бюджетом нынешнего года. Рост расходов вызван неблагоприятными экономическими перспективами на будущий год, в связи с чем правительство и международные организации снижают прогнозы роста южнокорейской экономики. Глава государства подчеркнул, что государственные финансы необходимо использовать для преодоления рисков экономического спада, решения проблем занятости и поляризации общества. Он напомнил, что международные организации, в том числе Международный валютный фонд, также рекомендуют увеличить бюджетные расходы. Мун Чжэ Ин призвал депутатов поддержать социальные программы с целью реализации задачи построения справедливого общества, которое гарантирует защиту и равные возможности всем людям, в котором никто не подвергался бы дискриминации. Президент обратился к депутатам с просьбой поддержать его политику в отношении Пхеньяна, целью которой является установление мира не только на Корейском полуострове, но и в Северо-Восточной Азии. 31 октября в Вашингтоне состоялось 50-е ежегодное южнокорейско-американское консультативное совещание по вопросам совместной безопасности. Его итогом стало принятие стратегической директивы под названием «Руководящие принципы Альянса». Документы подписали министры обороны двух стран Чон Гён Ду и Джеймс Мэттис. В соответствии с ним, после запланированной передачи Сеула оперативного контроля над своими войсками в военное время, американские войска останутся на Корейском полуострове, а объединенное командование вооруженными силами союзников не будет расформировано. Однако его возглавит южнокорейский генерал. В ходе совещания была подтверждена достигнутая ранее предварительная договоренность об отмене совместных авиационных учений Vigilant Ace, которые должны были пройти в декабре. Таким образом, военные ведомства Республики Корея и США решили поддержать дипломатические усилия по нормализации ситуации на Корейском полуострове. Дальнейший план проведения совместных военных учений решено согласовать до конца года в ходе рабочих контактов.
1 ноября вступило в силу межкорейское соглашение в военной области, которое подписали 19 сентября в Пхеньяне министры обороны Юга и Севера Сун Ён Му и Ногван Чоль. Документ был принят в рамках реализации Панмунджомской декларации. Заключенная 27 апреля, она предусматривает прекращение враждебных действий в отношении друг друга и устранение опасности войны. В соответствии с соглашением устанавливается 10-километровая буферная зона вдоль сухопутной границы, в которой запрещены артиллерийские стрельбы и военные учения. Аналогичные буферные зоны шириной 80 километров установлены на границах между Югом и Севером, Восточном и Желтом морях с целью предотвращения столкновений между военными кораблями. В воздушном пространстве над демилитаризованной зоной установлены бесполетные зоны, в которых запрещается эксплуатация беспилотных летательных аппаратов, вертолетов и других воздушных судов. Религиозные убеждения являются веской причиной для освобождения от обязательной военной службы. Такое решение принял 1 ноября Верховный суд Республики Корея, отменив свое решение, принятое 14 лет назад. В судебном вердикте говорится, что наказание за отказ от службы на основании религиозных убеждений нарушает конституционное право на свободу совести, ставит под угрозу другие основные права и свободы человека. Решение было вынесено на основании пересмотра дела южнокорейского гражданина О Сын Хона из секты свидетелей Иеговы, который был приговорен к 18 месяцам заключения за отказ от службы в армии. В этой связи ожидается пересмотр 227 приговоров по той же статье, вынесенных за последние 14 лет, и 930 дел уклонистов, находящихся на рассмотрении в судах. Действующее законодательство предусматривает наказание за отказ от военной службы в виде лишения свободы на срок до 3 лет. Южнокорейский экспорт вырос в октябре на 22,7% в годовом исчислении и составил 54 миллиарда 970 миллионов долларов. Как сообщили в Министерстве промышленности, торговли и энергетики, нынешний рост является вторым по величине с 1956 года после начала сбора соответствующей статистики. 6 месяцев подряд, начиная с мая, объем экспорта превышает 50 миллиардов долларов. Рост южнокорейского экспорта обусловлен в основном резким ростом экспорта продукции машиностроения и нефтехимии, а также усилиями отечественных компаний, направленными на повышение качества и рост ассортимента экспортных товаров. Рост южнокорейской экономики в 2019 году составит 2,6%. Такой прогноз представил Всекорейский финансовый институт. Это на 0,1% ниже, чем прогноз института на текущий год. Столь низкий прогноз эксперты объясняют продолжением торговых конфликтов между США и Китаем, стабильной экономической ситуацией в развивающихся странах и тенденцией к росту процентной ставки в США. По прогнозам института, в следующем году экспорт увеличится лишь на 2,1%, а потребление на 2,6%. Вы слушаете новости русской службы Всемирного радио КБС. Республика Корея заняла 5-е место в рейтинге стран, наиболее благоприятных для ведения бизнеса Doing Business 2018. Опубликованные 31 октября он охватывает 190 стран. Рейтинг составляют 16-й год подряд Всемирный банк и Международная финансовая корпорация. Он учитывает законодательные нормы, способствующие или препятствующие развитию бизнеса в течение всего цикла деятельности, включая создание предприятий, его работу на внутреннем рынке, внешнеторговую деятельность, уплату налогов и уровень защиты прав инвесторов. Республика
Корея улучшала свой показатель с 2009 года и в 2015 году заняла 4-е место, оставаясь с тех пор в 5-ке лучших. Южнокорейский показатель оказался наиболее высоким среди стран ОСЕ-20 и 3-м среди стран ОСР. Новая Зеландия, затем идут Сингапур, Дания и Гонконг. Авиакомпания Air Busan получила самую высокую оценку среди южнокорейских авиаперевозчиков благодаря высокой пунктуальности соблюдения расписания на международных линиях в 2016-17 годах. Об этом говорится в отчете Министерства сухопутных территорий и транспорта. По данному показателю Air Busan делит 1-е место с другой южнокорейской бюджетной компанией RCO. При составлении рейтинга учитывались такие критерии, как пунктуальность, безопасность и уровень сервиса. Наиболее пунктуальной авиакомпанией на внутренних линиях признана Korean Airlines, в то время как Chin Air и Asian Airlines признаны худшими в плане соблюдения расписания на внутренней линии Кимпо-Чинчжу, а также из Инчона и Кимпо в аэропорты Китая. Среди зарубежных авиакомпаний, выполняющих рейсы южнокорейские аэропорты, по всем показателям лучшими являются All Nippon Airways, Japan Airlines и Singapore Airlines. Дня. Комментарии к некоторым новостям. Сегодня в основном выпуске новостей речь шла о южнокорейско-американском военном альянсе и о передаче силового контроля над своими войсками в военное время. Более подробно на эту тему Маша. 31 октября в Вашингтоне состоялось 50-е ежегодное южнокорейско-американское консультативное совещание по вопросам совместной безопасности. Его итогом стало принятие стратегической директивы под названием «Руководящие принципы Альянса». Документ подписали министры обороны двух стран Чон Гёнду и Джеймс Мэттис. Его основные положения предусматривают нахождение американских войск на Корейском полуострове после получения силам оперативного контроля над своими войсками в военное время. Кроме того, не будет изменений в структуре объединенного командования вооруженными силами, за исключением смены главы данного ведомства. Теперь его возглавит южнокорейский генерал. А какое значение имеет подписание данного документа для двустороннего альянса? В результате подписания директивы были сняты опасения о возможном ослаблении военного альянса в результате расформирования объединенного командования вооруженными силами и вывода американских войск. Особое внимание привлекает смена главы объединенного командования вооруженными силами. США впервые передают другой стране право командования своими войсками. Остается последний вопрос, когда произойдет окончательная передача Сеула права оперативного контроля над своими войсками в военное время. По мнению некоторых аналитиков, это случится до 2022 года, то есть до окончания полномочий нынешнего правительства. Ну что ж, будем надеяться, что все пойдет по плану, а военный альянс между США и Республикой Корея будет по-прежнему крепким. В основном выпуске новостей мы сегодня возвращались также и к давней проблеме, которая касается того, служат ли религиозные убеждения веской причиной для освобождения от военной службы. Более подробно об этом Маша. Религиозные убеждения являются достаточной причиной для освобождения от обязательной военной службы. Такое решение принял 1 ноября Верховный суд Республики Корея, отменив свое решение, принятое 14 лет назад в отношении южнокорейского гражданина У Сын Хона и секты свидетелей Иеговы. Он был приговорен к 18 месяцам заключения за отказ от службы в армии.
до настоящего момента религия не рассматривалась в качестве достаточной причины для освобождения от обязательной службы. Однако в нынешнем судебном вердикте говорится, что наказание за отказ от службы на основании религиозных убеждений нарушает конституционное право на свободу совести и ставит под угрозу другие основные права и свободы человека. Таким образом, решение суда можно воспринимать как признание того, что свобода совести выше гражданского долга. А почему такая проблема, как обязательная военная служба в Корее, стоит настолько остро? В Республике Корея очень четко регулируется вопрос прохождения обязательной военной службы, поскольку он напрямую связан с безопасностью страны. Действующее законодательство предусматривает наказание за отказ от военной службы в виде лишения свободы на срок до 3 лет. За 14 лет, прошедших после вынесения приговора У Сынхуну, по той же статье были осуждены 227 человек. Теперь их дела должны быть присмотрены. Должны быть закрыты также 930 дел, находящихся на рассмотрении в судах. То, что проблема, которая существует уже много лет, наконец-то решилась и справедливость восторжествовала. О ситуации на бирже, валютном курсе и погоде. Главный индекс корейской биржи Коспи составил по итогам торгов в четверг 2024,46 пункта. Он понизился на 5,23 пункта. Индекс акций высокотехнологичных компаний Косдак повысился на 8,79 пункта, составив 657,46 пункта. Курсы валют следующие: 1135 вон за американский доллар, 1289 вон за евро, 1005 вон за 100 японских йен, 17 вон за российский рубль. В Сеуле без осадков, ночью до плюс 2, днем до плюс 15 градусов. Это были основные события сегодняшнего дня. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире очередной выпуск передачи «Сеул сегодня», в котором мы знакомим вас с жизнью корейцев и событиями, происходящими в Корее. У микрофона Инна Ким, а за режиссерским пультом Маша. Сегодня в выпуске. С 1 по 3 ноября Национальная организация туризма Кореи проводит туристическую ярмарку в Объединенных Арабских Эмиратах. Все больше молодых корейцев терпят неудачи в трудоустройстве. Сколько пожаров произошло в прошлом году в жилых и общественных зданиях? С 19 по 27 января в уездной и жилой провинции Кангвандо будет проводиться 19-й фестиваль подледной ловли курочки. В заключении вас ждет очередной выпуск еженедельной рубрики «Волшебный мир корейских сказок». По 3 ноября Национальная организация туризма Кореи проводит в Объединенных Арабских Эмиратах туристическую ярмарку. Ее цель состоит в привлечении в Республику Корея туристов из стран Ближнего Востока. Фестиваль культуры и туризма проходит в Абу-Даби. В нем принимают участие 19 южнокорейских медицинских учреждений, в том числе Сеульский медицинский центр АСАН и клиника корейской медицины ЧОСЭН. В этом году фестиваль привлек также южнокорейские компании по туризму и косметике, что позволит привлечь больше посетителей, интересующихся корейской поп-культурой. По сообщению агентства Yonhap, в прошлом году примерно 3400 граждан Объединенных Арабских Эмиратов побывали в Республике Корея для лечения, потратив в среднем $9300 на человека.
Это более чем в 5 раз превышает средний расход посещающих страну с целью медицинского туризма. Больница Сеульского государственного университета – один из лучших медицинских центров страны. С 2015 года управляет в Объединенных Арабских Эмиратах специализированной больницей шейха Халифы на 246 коек. В прошлом году количество амбулаторных и стационарных пациентов, которые воспользовались услугами больницы в прошлом году, возросло в несколько раз по сравнению с 2015 годом. Количество операций, сделанных в больнице, увеличилось за тот же период почти в 4 раза. Больница Сеульского госуниверситета в Объединенных Арабских Эмиратах предоставляет услуги по лечению рака, черепно-мозговых и сердечно-сосудистых нарушений, которые предоставляют 160 южнокорейских медиков, в том числе почти 50 врачей. Кроме того, в 2015 году Сеульская больница Святой Марии открыла в Абу-Даби диагностический центр. Ежегодно Республику Корея с целью медицинского туризма посещают несколько сотен тысяч иностранцев. Большинство из них составляют китайцы, затем следуют граждане США и стран СНГ. Кстати, в июне прошлого года в городе Улан-Удэ прошла выставка на тему медицинского туризма в Республику Корея под эгидой Национальной организации туризма Кореи. В ней приняли участие 17 южнокорейских профильных организаций, в том числе 12 медицинских учреждений Сеула, Пусана, Инчона, провинции Кёнгидо и острова Чеджудо, а также 3 посреднических агентства в сфере медицинского туризма. Участники выставки провели презентации отдыха и лечения в стране утренней свежести. Итак, вернемся к нашей теме. Наиболее популярным видом медицины для китайских туристов в Республике Корея является пластическая хирургия. Однако, если рассмотреть суммы затрат на медицинский туризм из расчета на одного человека, то первое место занимают туристы из Объединенных Арабских Эмиратов. В отличие от китайцев, они предпочитают терапевтическое лечение. В этой связи эксперты объясняют, что большинство пациентов из Объединенных Арабских Эмиратов страдают хроническими заболеваниями, такими как сердечно-сосудистые и онкологические. Прежде чем перейти к очередной теме, позвольте объяснить корейский термин «ндунхён вэтори», что переводится как «уединенный одиночка». Он произошел от японского термина «хикамори», что в буквальном переводе означает «нахождение в уединении» и в просторечии звучит как «хикки». Хикикамори означает «людей, которые отказываются от социальной жизни и зачастую стремятся к крайней степени социальной изоляции и уединения вследствие разных личных и социальных факторов. Такие люди зачастую не имеют работы и живут на иждивении родственников». По словам экспертов, Министерство здравоохранения Японии определяет хикикамори как лиц, которые отказываются покидать родительский дом, изолирующих себя от общества и семьи в отдельной комнате более 6 месяцев и не имеющих какой-либо работы или заработка. Кроме того, термин «ниты», который расшифровывается как «не в сфере занятости, образования или обучения», часто используется как синоним «хикикамори», хотя некоторые исследователи утверждают, что такое смешение неправильно. Эта аббревиатура, как и термин «хикикамори», сейчас чаще всего употребляется не только в Японии, но и в других восточноазиатских странах, в частности, в Республике Корея. По данным Национального статистического управления, в нынешнем году общая численность попадающих под упомянутое определение в возрасте от 15 до 30 лет составила 290 тысяч человек. Это на 38 тысяч человек больше, чем в прошлом году. Другими словами, каждая 5-я молодая безработная вообще не выходит из дома.
К примеру, 27-летний Ким Джи У уже в феврале прошлого года окончил один из провинциальных частных вузов, а затем в течение полугода подал заявки для получения работы в 150 южнокорейских компаний. Однако он, к сожалению, не смог трудоустроиться и стал затворником. Он привык к уединенному образу жизни. До сих пор засыпает в 3 часа ночи и просыпается в 11 часов утра. Потом он как минимум 6 часов в день играет в компьютерные игры, затем смотрит телевизор или сидит в социальных сетях. В интервью газете «Чосон Ильбо» профессор Ли Инсиль из экономической аспирантуры Сеульского государственного университета, которая недавно оставила пост директора Национального статистического управления, прокомментировала, что подобное общественное явление обусловлено тем, что все больше молодых людей отчаиваются в возможности трудоустроиться. На днях Ассоциация противопожарной защиты Кореи опубликовала результаты анализа причин пожаров, произошедших в прошлом году в жилых и общественных зданиях. По данным отчета, в прошлом году в стране произошли 1800 пожаров и возгораний, вследствие чего погибли 25 человек и 156 человек получили ранения. Материальный ущерб составил 56 миллиардов 760 миллионов вон, или почти 50 миллионов долларов. Это на 30% больше, чем в позапрошлом году. 73% общего объема материального ущерба от пожаров пришлось на долю заводов и фабрик. 935 пожаров произошли в многоквартирных домах. Что касается причин пожаров, то по данным отчета ассоциации, главными из них стали непогашенные окурки сигарет, неосторожное обращение с огнем во время приготовления пищи и электротехнические причины. С 19 по 27 января будущего года в уезде Инджегун провинции Канвандо будет проводиться 19-й фестиваль подледной ловли корюшки. Пино или корюшка малородная, речная, живет в реках, озерах и предустьевых пространствах рек, впадающих в моря Тихого океана. По азиатскому побережью от Берингового пролива до Северной Японии, по американскому от Берингового пролива до Северной Канады. На нерест корюшка поднимается в реки. Средний размер корюшки в промысловом улове составляет 10-12 сантиметров, средний вес 11 граммов. По сообщению администрации уезда Инджегун, морозная январская погода благоприятствует успешному проведению фестиваля, поскольку широкое верхнее течение реки Суянган, где гости фестиваля займутся подледной ловлей корюшки, промерзнет до безопасной толщины в 40-50 сантиметров. Кроме того, организаторы фестиваля уберут снег, накопившийся на льду реки Суянган, создав многочисленные площадки для катания на санках и коньках. Для удобства гостей фестиваля местная администрация обустроила автостоянку на несколько тысяч машин. Фестиваль приурочен к сезону активного вылова корюшки. Чтобы поднять настроение участников, организаторы фестиваля установят в местах проведения мероприятий большие разноцветные фонарики, а также ледяные скульптуры. Во время фестиваля будут проводиться различные культурные мероприятия. В заключение добавлю, что в уезде Инджегун провинции Канвандо также находится долина Мисан, которая является не менее привлекательным местом. В июне прошлого года введено в эксплуатацию скоростное шоссе от Сеула до уезда Яньянгун провинции Канвандо, а уезд Яньянгун соседствует с уездом Инджегун, поэтому доехать до долины теперь гораздо легче. По сообщению Национальной организации туризма Кореи, долина Мисан является прекрасным местом отдыха от летней жары благодаря прозрачной и прохладной воде.
Долина окружена красивыми горами, которые дают туристам прохладный воздух и тень. Ручьи в долине Мисан являются верхним течением реки Неринчон, которая известна как место для занятий сплавом. На этом у меня на сегодня все. Далее вас ждет очередной выпуск еженедельной рубрики «Волшебный мир корейских сказок». А сейчас на наших волнах прозвучит композиция «Как ребенок» в исполнении Ким Дон Рюля. Спасибо за внимание. Оставайтесь с нами. Волшебный мир корейских сказок. Дорогие радиослушатели, в эфире «Волшебный мир корейских сказок», в котором вы можете послушать сказки, мифы, легенды и другие виды устного народного творчества корейской нации. У микрофона Аня, а зовут Маша. В прошлом выпуске вы узнали, что разбойникам стало известно о наличии у Хосенгвона грандиозного плана. Идея о переезде на землю свободы понравилась всем разбойникам, которые хотели жить свободно и справедливо. До отправления на остров у них осталось лишь 10 дней. Смогут ли они добраться до новой земли, об этом вы сейчас узнаете. Повесть об ученом Хо, глава 6. Хо Сэнгвон пошел уговаривать разбойников. Разбойники разошлись по разным местам, чтобы забрать из своей семьи и домашних животных, в том числе коров, чтобы отправиться в новую страну Хо Сэнгвона. Среди них был человек по имени Пульсок. Он боялся погони и поэтому мог передвигаться только поздними вечерами. Спустя несколько дней он, наконец, добрался до дома. Когда он тихонько подошел к своему дому, то услышал, как его жена поет колыбельную песню для маленького сына. Он постучал в дверь. «Это Турсок, твой муж. Я вернулся. Открой дверь!» Узнав голос своего мужа, жена вынула ложку из дверной цепочки, которую использовала, чтобы поплотнее закрыть двери. Удивившись неожиданному визиту мужа, она стала заикаться. «Ох, это ты, боже мой, своим глазам не верю!» От радости жена крепко обнимала мужа. Турсок увидел своего маленького сыночка, которому даже не исполнился год. Стоит отметить, что он впервые увидел своего мальчика, так как Турсок расстался с женой еще перед городами. Это случилось из-за нищеты. Вечная нехватка денег заставила его присоединиться к разбойникам. Пока его не было рядом с семьей, жена и сыночек с трудом выживали. Однако теперь, благодаря помощи нашего героя, им больше не нужно жить в нищете. Турсок сразу передал радостную новость. «Дорогая, мы переедем на землю свободы. Ты наверняка не слышал об этом, но я уверен, что мы там будем жить счастливо. Пока у нас есть время, нам нужно подготовиться к переезду. Я принес деньги».
Увидев их, жена была в шоке. Откуда у тебя появилась такая большая сумма денег? Это что, ты грабил других? Я все время за тебя волновалась. После твоего ухода каждый день к нам приходили стражники и спрашивали тебя. Они сказали, что ты стал одним из разбойников. Муж рассказал жене, что случилось за это время. Он убедил ее в том, что больше не будет заниматься подобным делом. Услышав целую историю, связанную с Хо Сэнгуаном, жена согласилась поехать вместе с ним. «Конечно, я с тобой, дорогой. Я сделаю все, чтобы наш ребенок не был голодным». Той же ночью супруги забрали все вещи. Турсак и его жена уехали из родного города, ни о чем не жалея. Итак, разбойники, благодаря поддержке нашего героя, смогли получить шанс увидеть своих родных. У некоторых появилась возможность жениться и приобрести нужные вещи. Стоит отметить, что все они жили в разных местах, но из-за жизненных трудностей стали разбойниками. Однако Хо Сэнгуан обещает, что теперь перед ними предстанет другое будущее. Итак, все они отправились на землю Господы. Так, на этом я прощаюсь с вами. Желаю вам хорошего дня и до следующего четверга. Говорим, как герой сериала. Радио Романс.